Друзья, многие из вас являются большими поклонниками и фанатами российского певца и музыканта Юрия Лозы. Юрий Лоза на данный момент находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Об этом сейчас никто нигде не расскажет, но вскоре об этом будет знать вся Россия. Мы одни из первых, кто выяснил, что же с ним все-таки произошло сегодня рано утром. Оказывается, Юрий Лоза сегодня рано утром находился у своего брата в Подмосковье на даче. Они заготавливали дрова для того, чтобы сделать шашлыки на вечер, когда приедут все родственники. В какой-то момент, когда Юрий Лоза колол дрова, небольшое полено отлетело и попало в голову Юрию. Его брат сразу же вызвал скорую помощь, так как Юрий Лоза жаловался на головную боль. Сейчас он находится в больнице, его обследуют медики. Будем надеяться, друзья, только на хорошее. Будем надеяться, что с Юрием Лозой все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и будьте в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.